Всем привет! Сегодня я не Лиза, сегодня я Снегурочка. Ага. Красота, внучка. Короче, план такой. Мы сейчас будем поздравлять всех в Академии, особенно первый курс и наш курс. Мы с Сашей войдем, у нас есть мешок с подарками хорошими, с конфетами, с художественными принадлежностями. Саша будет задавать им всякие загадки, будем заставлять их петь песни и стихи, и за это будем выдавать им подарки. Прекрасно. Никто об этом не знает. Правда, еще пока мало кто пришел, потому что у нас слишком много прогульщиков. Вот он. Так, сейчас будем мешок дополнять. Подарки. У нас в мешке. У нас много конфет, много и также чего. У нас много всяких материалов художественных кистей. Чего у меня есть растушка, там есть канцелярские ножи. Кто-то вытянет чек. Так, чек убирай. Опа, и пошел. Все, идем к первому курсу. Все, идем. Хотя я тут услышал, что они сейчас плохо ведут. На пару то и не ходят. Точнее, ходят, но не в 9. А мы прям ходим. А мы Снегурочка, Дед Мороз, мы не обязаны. О-хо-хо-хо! Это мне Григорий. Здравствуйте, ребята! Вы хорошо видели себя в этом году? Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Ой! А братья, они собираются на лаву. Мальчик, ты хорошо сегодня себя вел? А весь год? Нет, мы ему потом загадим загадку. Попозже. Да пусть сразу. Для него будет специальная. Девочки, здравствуйте. Как вас зовут? Антонина. Антонина. Тоня, что ли? Хочешь подарок? Ну, Дедушка Мороз, давай. Стишок. На табуреточку вставай. На табуреточку. А, это ничего. Отлично. Любые стихи. Только добрые. Добрые? Сейчас. Осуди кто? За древности вет, свободной жизни и вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет, времен Ичаковских и покорения Крыма. Всегда готовые к журбе, пою всю песню одну и ту же, не замечая об себе, что старее, то хуже. Люди, вот наши строгие ценители и судьи. Ой. Дед, ну дай душу. Да, ну вот. Что первая попалась? Так. О, масленка! Кто следующий хочет вытянуть подарок? Точнее, рассказать стих. Кто-то можно, будет маленький. Можно спеть песенку. Или песенку, или загадку держишь. Загадку. Очень сложная загадка, вообще не загадаю. Кто отгадает? Из какого города был Леонардо да Винчи? Да нет, но мы же должны получить подарок. Вы же себя хорошо видите. Сергей Эдуардович Чуданова слушает. Его нету. На паре ходили? Он будет обязательно. На все лекции? Не пропускали? Ну, это достойный подарок, я думаю. Ну, как иначе? Ладно, давай. Вы тоже это ничего, это все подарок. Вы получили печенье. Кто следующий? Можно на загадку? Давай. Загадку? Со Снегурочкой обняться, конечно. Вы вот вы рисовали Казмила. Кто это такой? Так, знаешь, можно сделать мороженое? Конечно, можно. Я вас пишу с мешком, а не могу. Дедушка, не подарок. Будь подобрее. Ну, кое-где, я добрый. Слушай, вы тоже тебе не подарок. Так, ну-ка. Вот. Так. Что первое схватила? Альбомчик. Поздравляю тебя с Новым годом. Так. Для Николая у нас будет специальный вопрос особый по просьбам определенных лиц. Какие стили речи вы знаете? Какие стили речи вы знаете? Саша. Я не вывезу. Да. Какие стили речи? Хорошие. Да он дополнительный тут. Известные эпохи Возрождения у нас, такие художники, тоже братья. Немецкое Возрождение. Да, да. Ой, немецкое Возрождение. Тогда он третий такой. Был такой художник известный. Он написал «Три богатыря». «Три богатыря»? О, сейчас будет стыдно. По нём был брат. А мы-то все думали, ты все знаешь. Слушай, ну, Гранат Кузнецов, скорее всего. Да, обратно такой. Брата. Аполлинарий? Правильно, ну. Ничего себе! Ничего себе, какие познания! Так, не смотря. Физика будет, не это. Вот.
Ну-ка. О май гад, мне как раз нужна была бочка. Да, новогоднее чудо. Молодец, дедушка, молодец. Так, кто следующий? На тумбочке стишок. Стишки? Давай, только детский, детский. Детский стишок. У меня только простотую, так что давайте лучше загадку. Ну давай самый простой стишок, который знаешь. Он самый простой, давайте лучше загадку. Да, оно самое. Во, альбомчик. Мы блокнотики наверх положили, вы там... Да, перемешай, дедушка, перемешай. А то нашим ничего не достанется потом. Это достанется все. Добиться нашей родины. Вот. Не глядя. Опа. Ну что такое, дедушка, перемешай. Скобы. Отлично. У вас же есть степлер? Есть. Ну все. 5, 6. Смотрите. Не смотрите. Дура, девочка, в лесу она росла. В общем, мы всех поздравили, все были очень рады. Правда, я прям не ожидала такого ажиотажа. Очень здорово. И в конце... Потому что дедушку на уху какие вопросы задавала. Да, в общем, с Новым годом, с Рождеством. Давай так же, как там. Здорово. Здравствуйте, здравствуйте, ребята! Я хорошо себя вели. Леночка, как себя вела в этом году? Добрая была? Нет. Полина, курила? Много? Нет, вообще нет. Дедушка, давай ей первую загадку, загадывай. Или стишок, или песенку. Что ты хочешь? Я хочу загадку. Чем банан отличается от сливы? Банан от сливы? Да. Банан желтый, слива фиолетовая. Какая умная девушка. Вытягивай, не смотри, мы не смотрим, только вытягиваем. Берем, что первое попалось. Честно. Леночка, поздравляю тебя с Новым годом, с Рождеством, моя хорошая подруженька. Спасибо. Моя хорошая. Кто следующий? Леночка. Леночка тебя зовут, да? Я дедушка, все про тебя. Леночка зовут. Меня зовут девочка. Леночка. Девочка Леночка. А ты нам расскажешь стишок. Мы тебе это будет. Нет, я не знаю стишок. Пожалей. Про муху. Она учила про муху и варенье. Пошла муха на базар. И купила. Тихо. Нет, это не это учила. Сейчас она тихо. Что Разволновалась, что ты пугаешь? Дедушка, она вспомнила. Да, на стульчик, пожалуйста. Дедушка, подай ручку, дедушка. Просим. Давай, про муху и подарок. Всем тихо. Муха на варенье. Получила не смотрели. Ура! В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом зеленая, зеленая была. Зимой и летом зеленая, зеленая была. Какой Сашенька. Преподаватель уже четвертое воскресенье подряд требует от Дедушки Мороза, чтобы ты к нему пришла. Виктор Викторович Маклорин. Правильно. Какие города Франции вы знаете? 4 штуки нужно назвать. О, нож канцелярский. Хороший подарок вытянула. Столица Алтайского края. Наверное, это Барнаул. Ой, молодец какая. Какая умница, все поаплодируем. Уши вытягивай, но что первое попадется. Да все хорошие, что такое? Ура, на это я хотела. Между прочим, Дашенька мне полгода назад написала письмо Дед Мороз, которое написал: «Хочу кузина». Хотела, то получила. С Рождеством и с Новым годом! Третий курс. Стучи. Здравствуйте, ребята! Вы порушили себя в этом году? Даня, стишок. Стишок.
Так, вторая попытка. Дедушка, смотри. Я подарок получил. Да. Получишь еще долго такой. Ну, хорошие все уже разобрали. Ну, давай, стишок слушаем. Выступает мастер художественного слова маэстро Даниил Беляев Владимир Маяковский. Лилечка, вместо письма. Дым табачный воздух выел. Комната, голова в крученоком складе. Вспомни, за этим окном впервые руки твои из дубленно гладил. Сегодня сидишь, вот сердце в железе. День еще выгонишь, может быть, из рукав. Мутные передние долго не выдержат, сломанная дрожью. Рука в руках, я выбегу, тело в улицу брошу я. Я дикий обезумный, зачаянием сейчас. Забудешь, что тебя я образовал. Твой уходящий. Молодец, молодец, мальчик. Слезай, давай ему подарок. Получать два подарка. Конечно. Только не смотри, вытягивай. Не смотреть. Не смотреть. И не жульничать. Подвоха нет. Нет, подвоха нет, реально. Там мышеловок нету. И два. Можно два. Нет, можно три. Нет, два нельзя. Три. Четыре, пять, шесть. Там были художественные материалы, их все разобрали. Это мы любим. Материалы. Но они кончились. Спасибо. Еще на первом курсе. Спасибо, Снегурочка. Сейчас мы найдем вам что-нибудь такое. Счастья в новом году. Рисовать научиться. О-хо-хо. Дедушка, ну можешь там подарок, что ты? Ну где тот самый-то, Васик-то? Какой Васик-то? Да Васик тот, который, он самый крутой. Во! Во! Самый хороший подарок. Спасибо. Спасибо, от души спасибо. Ой, да что ж вы. Спасибо. Ручку, только ручку. Окей. Все, пожалуйста, с Новым годом. С Новым годом. Да, ты будто бы знал. Так, кто следующий? Хо-хо-хо-хо! Так, стишок. Давайте, слушаем вас. Маленький. Эх, вы сани, а кони, кони, видно, черт их на землю принес. Ну и ладно, и сильно. Вот. Так, а конфетки, конфетки? Выходите. Здравствуйте, давай. Вытягивайте, вытягивайте. Мы же вместе. Вместе, вместе. А ничего. Так, и вы вытягиваете. А вы как себя вели в этом году? Конфеты. Вот он. Так. Здравствуйте. Хорошо себя в этом году вели? Что случилось? Вели себя хорошо в этом году? Конфету хотите? Мы его сейчас бросим. Ну-ка, доставай. Ну-ка. И что, бросать, что ли? Бросай, бросай. Поймаете? За всех сил. Хоп. Опа. Еще раз. Эту надо отложить. Вторую кидай. Вторую. А вот не повезло. Опа. Ой, какой вы молодец. Да, отлично. А вы будете вытягивать? Конфеты? Да. Давайте. Ну-ка, ну-ка. Можно две тоже. О, еще тяните. Казиная. Казинак. Все, нормально, Вов. Отлично. Все, вперед, дальше поехали. Спасибо. С Новым годом! С Новым годом! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, здравствуйте. Дедушка Мороз, давай. Любили студента. А студенты нас не любили. А мы как не любили? Нас любили. А мы не студенты. Вчера получается. Всем пока. Спасибо за просмотр. С Новым годом.